разное мнение по этому поводу. Я прямо скажу, общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются. Я хотел бы отметить следующее, что современное международное право – это устав Организации Объединенных Наций. Два основных принципа, заложенных в устав, в современное время, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг друга. Это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Вот отцы-основатели Организации Объединенных Наций в этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно и специально учли. Как компромисс, два принципа, которые сейчас противоречат друг другу. Конечно же, хоть скоро они противоречат друг другу, произвести разные понимания. Не говоря о том, что территориальная целостность государства – это святое понятие, святая категория, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе колониального государства, имеют право на собственное государство и могут отделиться по собственному желанию. Но вообще подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано во всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав Организации Объединенных Наций, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это был хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственной территории, по имени, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на наш ответ. Да.